Глава 14 книги Иисуса Навина. Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ханаанской, что разделили им в удел Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых, по жребию делили они, как повелел Господь через Моисея, девяти коленам и половине колена Манассиина. Ибо двум коленам и половине колена Манассии Моисей дал удел за Иорданом, левитам же не дал удела между ними. Ибо от сынов Иосифовых произошли два колена, Манассиина и Ефремова. Посему они и не дали левитам части в земле, а только города для жительства, с предместьями их для скота их и для других выгод их. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу и сказали ему: «Халев, сын Иефонии, кинезиянин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варне осмотреть землю. Я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». Итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею это слово, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Янаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонина, кинезиянина, до сего дня, за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. Имя Хеврону прежде было Кириав-Арбы, как назывался между сынами Янака один человек великий, и земля успокоилась от войны.